Всем привет! Мы готовимся уезжать на 2 недели, и я в экстренном порядке готовлю своих мурашишек к длительному жаркому лету. Значит, для начала я позаправлял свои чудо-системы. Надеюсь, их хватит на это время, на 2 недели. Как бы зимой они показали себя прекрасно, а вот посмотрю, как они покажут себя жарким-жарким летом, что не хочет фокусироваться на ней. Она слишком маленькая. Во-вторых, я очень сильно их увлажнил, переувлажнил, жестко-жестоко, но это для того, чтобы они не высохли просто-напросто. И накрыл стеклянной крышечкой. Флаусиком то же самое. Жесточайшим образом. Как говорят некоторые высокопоставленные лица Беларуси. Залил водичкой ходы, чтобы пропитать влагой, ну и заправил системы по полной программе. Этим красавицам в гелевой ферме отсутствие влажности не грозит. Единственное, питание. Вот я им сиропчика залил целую тарелочку. Ну и, соответственно, я думаю, что им хватит сиропчика. Ну и этим трем несчастным колоникам, которые у меня остались, я постарался увлажнить хорошенько ватки, капнуть по сиропчику, чтобы они хватило им питания. Ну и думаю, что все будет хорошо. Ну и мермики Рубра, как всегда, удивили. Вот скажи, что они тупые создания. Вот просто почувствовали, что мы уезжаем, и съехали. Мне некогда их ловить. Уже мы сегодня уезжаем. Ну, я им оставил все как есть. Вот они ползают. Как-то они тут научились стирать, или что они научились делать с этим присыпкой этой. Ну, во всяком случае, тоже им здесь все увлажнил, оставил заполненные чудо-системы. Я знаю, куда они спрятались. Они спрятались в одну из моих ловушек под столом. Ну и посмотрим, приеду. Сами о себе позаботились. 2 недели проживут как-нибудь. Спасибо за внимание. До свидания.